Вот сзади меня находится еще очередной ресторан, в котором нас также послали с гаспачо. Не делают они гаспачо и говорят, вот идите вот туда. Это, наверное, уже где-то 15-й ресторан, в который мы зашли и узнали про гаспачо. Странно. Это очень-очень странно, потому что это же национальная еда. Почему ее не готовят в каждом ресторане? Хорошо, если у них нету этого в ежедневном меню, в каких-то специальных предложениях. Но, в принципе, ресторан должен подавать гаспачо, потому что это национальная еда. Когда ты приезжаешь в Испанию, и ты слышал до этого, что там национальная еда, ты ожидаешь, что в любом ресторане будет гаспачо. Но это не так, это заблуждение. Мы идем дальше.